зростання розмірів штрафів за порушення трудових відносин, збільшення переліку контролюючих органів, необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок, навіть якщо підприємство не веде діяльності – це неповний перелік питань, які сьогодні дуже турбують представників малого та середнього бізнесу. Для роз'яснення та пошуку спільної мови між державними органами і бізнесом була влаштована зустріч підприємців з фахівцями структур, від яких напряму або опосередковано ці підприємці залежать. В першу чергу – структур контролюючих. Якщо говорити про фізичних лиц, то це новшество по єдиному налогу, там немножечко міняється ставки в связи с изменением минимальной заработной платы. Есть новшества по налогу на доходы физических лиц. Некоторые новшества касаются предпринимателей по ведению учетности, отчета и отчетности. Ну и много других изменений, о которых мы сегодня будем говорить. Ініціювала зустріч голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації Олена Герасимчук. А бажаючих дізнатися подробиці, велика зала бізнес-центру Олександрівський ледь вмістила. Надо учитывать, что сегодня на встречу большое количество людей пришло, которые не являются членами каких-то общественных организаций, то ли ассоциаций, то ли профсоюзов, то ли членами межотраслевых советов, которые мы создавали этим летом. И естественно, что у людей возникают вопросы, как жить. Я думаю, что самый первый для меня положительный результат является то, что сегодня эти люди задумаются, что нужно входить в какую-то общественную организацию, потому что там можно получить своевременную информацию, там получить защиту. Після публікації цьогорічних нововведень часто звучать заяви про те, що метою змін є знищення малого та середнього бізнесу. Представники фіскальної служби та інших контролюючих структур заперечують. Функції у нас в службе как были, так и остались. Они абсолютно не изменились. Идет просто перенаправление функций больше на центральный аппарат с районов. По поводу усиления налогов, как бы сильно большого усиления нету, тем более, что сегодня проводится работа с органами местного управления, самоуправления по поводу принятия ставок. Мы нацеливаем органы местного управления, то есть проводим такую работу, чтобы они дифференцировали ставки, которые будут удобны и для бизнеса, и для бюджетов разных уровней. Поэтому, что говорится по поводу усиления каких-то функций, ну, они остаются прежними. Хоча відомо, що штрафи за певні порушення значно зростають, в тому числі через збільшення розміру мінімалки, яка є основою для розрахунку суми стягнення. Штрафи радикально повищаються, розширяються тільки в одному вопросі. В вопросе трудовых отношений. Ну, к сожалению, данный вопрос, он всегда будировался, всегда обсуждался. Ну, и вы знаете, фискальная служба всегда предупреждала, что необходимо упорядочить отношения между работодателем и работником. Те годы работы, которые предшествовали сегодняшним, так сказать, увеличению штрафом, они, ну, не привели к результату. И просто-напросто всех субъектов предпринимательской деятельности служба призывает к тому, чтобы упорядочили всего лишь навсего отношения. И главная задача фискальной службы не штрафовать, а наоборот помочь. И тем плательщикам, которые всегда уплачивали налоги и действовали в рамках законодательства, к тем плательщикам никогда претензий службы никогда претензий не предъявляла. Загальне ж враження від підвищення мінімальної зарплати, що це спроба стимуляції підвищення соціальних стандартів. Власне, так і стверджує прем'єр-міністр. Невідомо, втім, наскільки економічно обґрунтоване ці рішення. І, що також важливо, це може закінчитися банальною зрівнялівкою, коли кваліфікований фахівець і початківець, або, наприклад, прибиральниця, будуть отримувати однакові зарплати. Да, это самый большой абсурд, с которым сегодня мы сталкиваемся. Я на предыдущей встрече, когда мы проводили 5 января, я говорила, что у нас, если рассматривать в Украине вопрос выплаты заработной платы в Киеве, там средняя заработная плата 7-8 тысяч. Естественно, 3200 это говорит о том, что ситуация заставит работодателя легализовать конвертную заработную плату. Что говорить о городе Николаеве, средняя заработная плата 2,5-3 тысячи.
до 4 тысяч, до 5. Но у нас и много выплат заработной платы в размерах до 3200. Здесь хуже ситуация, потому что, естественно, возникает вопрос, что мы должны 3200 поставить самый неоплачиваемый труд. А, естественно, от 3200 мы должны через тарифные сетки определиться и утвердить или в колдоговоре, или через согласование с коллективом трудовым должны утвердить уже новые повышенные ставки заработной платы. И это цель, которой шел кабинет министра, потому что Гройсман, премьер-министр, когда выступал, он говорит, задача правительства повысить стандарты жизни украинцев. То есть, учитывая, что проходят инфляционные процессы, народ беднеет. Часто звучить запитання, як бути роботодавцю з молодим працівником, якому для достатньої кваліфікації та відповідно отримання бодай мінімальної зарплати необхідно провчитися на виробництві не один рік. Це ж стосується і студентів-стажерів. Певні роз'яснення надала представник служби зайнятості. Мы сейчас обучаем и стажируем под конкретный заказ работодателя. Вы можете подойти, мы можем сделать профотбор, профподбор этого человека, протестировать этого человека и вам подобрать. И в этот период, пока человек стажируется, стажировка у нас проходит от 3 дней до 3 месяцев, и вы можете, в этот период заключается договор, и человек оплачивает только фонд общеобязательного социального страхования на случай безработицы. То есть для вас это бесплатно, но с условием его трудоустройства. Но были такие случаи, когда работодатель говорит, дайте нам работника. Работник добросовестно отрабатывает 3 месяца на стажировке, а потом работодатель его не берет. Вот это здесь, конечно, потом уже с этим работодателем центр занятости заключать договор не будет. Есть еще у нас такая услуга, как компенсация единого взноса. Это когда работодатель берет работника из числа безработных людей, из категории социально незащищенной, и на 2 года, но с условием того, что компенсируется ему единый взнос в течение 6 месяцев. Есть компенсация единого взноса для работодателя, который берет внутренне перемещенных осип. Это категория, которая точно так же компенсируется заработная плата этого человека в течение 6 месяцев. Но если вы тоже его берете на 2 года на работу, но если в этот период человек себя показал и зарекомендовал, и вы его хотите оставить, тогда вы вносите, обращайтесь к центру занятости, и мы выносим на координационный комитет, то ли это городской, то ли это областной, и принимает решение еще координационный комитет, который может продлить этот срок до 12 месяцев. Хтось називає це невимушено жорстокою дією, хтось погоджується з користю від цього рішення. Йдеться про необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок навіть для непрацюючих підприємств. Наша служба в Ніколаївській області звернула увагу на деякі публікації, деякі хвилювання підприємців і населення по поводу того, що підприємець, який не працює, будет уплачивать единый социальный взнос в размере минимального платежа 704 гривен в месяц. И есть у нас такая статистика. С 19 декабря, то есть когда уже проекты опубликовывались законодательных этих актов, до 6 января было подано заявок на закрытие 3558 предпринимателей подано заявок на закрытие. И хочу обратить внимание, что из них нулевые отчеты за последние года сдавали 3190, вообще не подавали отчеты 361, и только те, которые какие-то доходы имели, какие-то отчеты подавали с цифрами, всего лишь навсего 7 человек. То есть живых предпринимателей практически не было закрыто. При этом в декабре было зарегистрировано 316 предпринимателей, и ими уже было уплачено 87 тысяч гривен. Одне з найгостріших питань – розширення переліку товарів, продаж яких вимагає застосування касових апаратів. По цьому питанню у нас сьогодні не стоїть задачі ходити і перевіряти, прямо одразу, от завтра вийшли і побіжали перевіряти. Якщо ви помітили, по даному питанню сьогодні вже яке число, ми не провели ні одної перевірки. У нашій службі не стоїть задача бігати, когось вилавлювати, штрафувати і так далі. Поэтому мы сегодня пришли к вам навстречу для того, чтобы упредить эти моменты, дать вам возможность привести свою деятельность в соответствии с нормами сегодняшнего законодательства. А законодательство до возможных порушений ставится довольно суворо. Первый штраф 1 гривна,
Это вот сегодня пришли, завтра пришли, это двукратный размер от сделки. От сделки. Продали мы стиральную машинку за 8 тысяч, значит 16 тысяч штрафных. Значит, ну еще раз подчеркиваю, сегодня у нас какое число? 18. Сегодня, на сегодняшний день, ни одной такой проверки не проведено. Я думаю, ну я так думаю, что и до конца месяца мы навряд ли, хотя как бы это все зависит не только от нас. Но тем не менее, пока такая норма есть и нету никакого переходного момента, то как бы она сегодня гласит о том, что мы уже с вами должны общаться на эту тему. Вот сегодня мы пока общаемся в таком формате. Неодноразово порушувалося питання щодо існуючих планів перевірок бізнесу контролюючими органами. Представники управління Державної служби з питань праці у Миколаївській області, наприклад, зазначили, що на сайті їх структури такі плані викладені. Я хочу сьогодні, щоб ви поняли, що ми не карательні якісь органи. У нас є план розміщення перевірок. Ми сьогодні повинні, от предыдущий виступаючий правильно сказав, ми повинні упредити. И с вами вместе поработать в этом направлении. Что касается плановых проверок, понятно. Каждый может зайти туда, посмотреть свое предприятие. Вот. Что касается внеплановых проверок. К сожалению, в малом бизнесе самое большое количество неоформленных работников. Это то, с чем сегодня нам предстоит... Даже не боюсь этого слова сказать, бороться и это выявлять. В каком плане? Вы на сегодняшний день можете ставать заложниками своих работников, потому что неплановая проверка у нас проводится по жалобе работника предприятия, и ваш же работник может вам сделать, как это говорится, много проблем. Я прошу записать наши телефоны 36-22-88 и 50-01-34. Говорить о том, что эффективно мы сработали, я думаю, что эффективно, потому что это первый за большой период времени диалог с массой людей. Сегодня задача была поменять их мышление, поменять их подход к бизнесу и озадачить их над тем, чтобы более тщательно, более внимательно начинали изучать нормативную базу. Найближчими днями подібні зустрічі будуть влаштовані в районних центрах Миколаївщини. Перша запланована на 24 січня в Очакові.